Привлечение новых кадров в систему здравоохранения стало одной из центральных тем еженедельного совещания. По словам главы округа, медучреждения в целом доукомплектованы. Только с начала этого года на работу в Одинцовскую областную больницу пришли 539 новых сотрудников. На вчерашнем совещании в правительстве Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Одинцовский округ в числе лучших по привлечению кадров в здравоохранение. Еще одна из важных тем – газовая безопасность. С 1 января следующего года Московская область переходит на новую унифицированную схему техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. Теперь услугу будет предоставлять только АО «Мособлгаз». Единый стандарт нам поможет прийти к единому стандарту качества выполнения работ, где будут проводиться работы специализированной организации по техобслуживанию. И обслуживание газового оборудования будет проводиться не реже, чем один раз в год. В Московской области оплата работ по обслуживанию газового оборудования будет проходить по единому тарифу. По словам Натальи Уховой, максимальная сумма составит 4673 рубля 34 копейки. На территории округа до 10 декабря запланированы более 600 собраний собственников жилых помещений, на которых обсудят заключение новых договоров. Роман Попов, Артем Ломоносов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».